Приветствую всех фанатов Независимой Федерации Рестлинга. Поприветствую сегодняшних гостей. Команда «Надежда Америки» Тим и Лео и их новый менеджер Ричард Си Моун. А-та-та! Ричард Теодор Моун. Мое имя Ричард Теодор Моун. Что за ляпы такие? Давай. Ричард Теодор Моун, скажите, пожалуйста, каковы шансы ребят победить в командном турнире? Разве какие вообще шансы? 100% выигрыш в турнире. Разве что-то может тягаться с американской мощью? Ничто. Мне искренне жаль тех парней, тех молодых людей, которым посчастливится нарваться на Тима и Лео в турнирной сетке. Ведь они получат люлей. Да, получат люлей. По самые гланды! Я гарантирую это! Но больше всего стоит посочувствовать тем, кто дойдет до финала, финалистам, которые проделают такой длинный путь к решающему матчу, лишь для того, чтобы пасть перед надеждой Америки, стать их, всего лишь их следующей жертвой. Их да, кстати, если вы думаете, что на этом титульная гонка завершится, то вы глубоко заблуждаетесь. Мы не успокоимся, пока все титулы в НФР, и я подчеркиваю, все титулы в НФР, не станут нашими. Да, и это я про вас сейчас, Антон Дерябин и Ник Чуи. Титулы ваши будут наши. И да, кстати, если кто-то из вас еще не догнал, в чем суть, то вот вам спойлер. Надежда Америки выиграет в командном турнире. Тим и Лео станут командными чемпионами. Приятного просмотра.